В эфире телеканала «Актис» итоговый выпуск программы «Местное время». В студии Даниил Недзельский. Здравствуйте. Начнем с главного. С этого года сокращен список профессий, где запрещено использовать женский труд. Если ранее в перечне было около 400 специальностей, то теперь осталось примерно 100. Женщинам разрешили работать, к примеру, машинистами электропоездов, водителями фур, а также быть боцманами или матросами на суднах. Однако по-прежнему нельзя трудиться на химических производствах. Под запретом подземные и горные работы, металлообработка. О самых важных изменениях в законодательстве, которые вступили в силу с 1 января 2021 года, расскажем далее. С 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля. Сумма впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. Теперь МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться, исходя не из потребительской корзины. Пенсия по старости вырастет на 6,3%. В результате индексации прибавка у каждого пенсионера будет индивидуальна. Она зависит от размера получаемой пенсии. Социальные пенсии проиндексируют на 2,6%. С 1 января материнский капитал увеличится. На первого ребенка он составит чуть более 480 тысяч рублей, на второго – 155 тысяч. Мат-капитал на второго ребенка в семье, где за первого не получали, составит почти 640 тысяч рублей. В этом году увеличится ставка НДФЛ. Повышенными 15% будет облагаться только тот доход, который превышает 5 миллионов рублей. Средства от таких изменений направят на лечение детей с редкими заболеваниями. С 1 января работники, которые трудоустраиваются впервые, будут оформлять только электронные трудовые книжки. Те, кто в 2020 году выбрал электронный формат, смогут включить в них записи о своем стаже за периоды ранее 2020 года. Изначально предполагалось, что электронные трудовые книжки будут содержать сведения только о стаже с 1 января 2020 года. В этом году вступает в силу закон о реформе обязательного медицинского страхования. Федеральному фонду передают полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи. Раньше при несвоевременном и некачественном оказании медицинской помощи в федеральных медорганизациях пациент мог обратиться в свою страховую. Теперь этими вопросами займется Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Кроме того, с начала 2021 года в России полностью заработает система прямых выплат по больничным. Этот механизм позволит застрахованным гражданам получать пособие не через работодателя, а напрямую из фонда социального страхования. Это гарантирует выплату пособия работнику вне зависимости от финансовой ситуации в организации. С 1 января прекращается действие временного моратория на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату. Теперь в адрес неплательщиков будут направлены уведомления об отключении электроэнергии. По закону, если долг за электроэнергию превышает норматив потребления в 2 раза, сбытовая компания вправе ввести ограничения до полного погашения задолженности. Ирина Шаблюк, Антон Бархатов. Местное время. Массовая вакцинация от коронавируса начнется уже со следующей недели. Соответствующее распоряжение на заседании с членами правительства озвучил президент России Владимир Путин. По его словам, снижение роста заболеваемости – не повод расслабляться. Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия с нею связанные. Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Владимир Путин заявил, что для процесса вакцинации необходимо выстроить график прививочной кампании, как, например, при гриппе. По мнению Татьяны Голиковой, Россия готова приступить к массовой вакцинации уже с 18 января. Для этого дополнительно будут проведены консультации с регионами. Обращаемся к регионам страны, чтобы они и дальше наращивали количество прививочных пунктов, потому что объемы вакцины, которые будут поступать для использования населением, они будут кратно расти по сравнению с тем, что было в декабре 2020 года. В свою очередь Игорь Кобзев предложил вакцинировать журналистов региона от коронавируса наряду с медиками и педагогами, потому как работники СМИ всегда в эпицентре событий и часто рискуют своим здоровьем. Ставить прививку будут по желанию. 11 января в регион поступила новая партия вакцины «Спутник-5», пока в объеме около 4000 доз.
На этой неделе жители трех микрорайонов Ангарска почти сутки провели без света. Поломка на линии электропередач произошла вечером 12 января. Отметим, что уже третья авария в этой части города. Ранее свет отключали 6 января и 31 декабря, в канун новогодней ночи. В связи с чем жители начинают бить тревогу. Ребенок вот у меня средний инвалид, и ставим ушные протезы на зарядку каждую ночь. Сегодня света до сих пор не было, и ночью так свет и не включился. Получается, ребенок не пошел в школу. А ночью вот у младшей поднялась температура высокая. Ну и переживали, что зарядка на телефоне заканчивается, не вызвать, ну, если вот так вот, ни скорую, ни врача. Поломку устранили лишь после обеда. Как нам пояснили в облкоммунэнерго, из строя вышел подземный кабель. На поиск неисправности и устранение проблемы ушло около 17 часов. При выезде на лед погиб житель Ольхонского района. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону. Погибший вместе со своим товарищем отправились кататься по Байкалу на мотоцикле. Мужчины провалились под лед за 7 километров от берега. Им удалось выбраться из воды и позвонить спасателям. Один из них остался ждать помощи, другой отправился в сторону берега. По дороге умер от переохлаждения. Инспекторы ГИМС призывают граждан соблюдать меры безопасности и воздержаться от выезда на лед вне переправ. В Иркутской области на сегодняшний день открыты около 30 ледовых переправ. Дороги проложены в Катангском, Нижнеудинском, Киренском и Мамско-Чуйском районах. На проезжей части ледовых дорог установлены ограничительные вешки и информационные знаки. Сотрудники ГИМС призывают водителей соблюдать скоростные режимы и дистанцию между автомобилями. Также на переправах запрещены обгоны, рывки, развороты, заправка автомобилей топливом. Запрещено передвигаться при плохой видимости. Спасатели рекомендуют при выезде на лед отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла и открыть боковые двери. К другим темам. Создать новый современный лесосеменной центр на территории Мигетского лесопитомника в двухлетний период. Такую задачу поставил Игорь Кобзев перед Министерством лесного комплекса региона. По мнению губернатора, область нуждается в восстановлении природного ресурса, который занимает большую часть территории. Мария Евстратова продолжит тему. В Приангарье всерьез задумались о регенерации леса. Первостепенная задача – обеспечить стопроцентное восстановление всех вырубаемых и поврежденных деревьев на территории региона. И на такие показатели нужно выйти уже через 3 года. Для этого будет создан лесосеменной центр. Мы будем готовить, заготавливать семена. Из этих семян будем выращивать саженцы различных хвойных пород деревьев. Это ель сибирская, сосна кедровая, кедр. На месте были распланированы теплицы, где будут они располагаться, современные комплексы. Поставлена задача и на территории Иркутской области обеспечить и организовать инвестиционные процессы в лесовосстановление Иркутской области. В Иркутской области это будет первый лесосеменной центр такого масштаба. Планируется, что в гигантских теплицах ежегодно будут выращивать несколько миллионов саженцев с закрытой корневой системой. Для Приангарья, чья территория на 80% покрыта лесом и его нещадно уничтожают на протяжении многих лет, это шанс на восстановление ресурсов и основная стратегическая задача региона. Мы должны в течение ближайших лет довести вопросы лесовосстановления до количество 35 миллионов саженцев закрытой корневой системы. Конечно, для этого должна быть соответствующая база. И сегодня мы вместе с Министерством лесного комплекса, должностными лицами правительства определились подходы, как мы будем это реализовывать в ближайшие несколько лет. Строительство лесосеменного комплекса будет финансироваться из бюджетов 2 уровней – в рамках федерального проекта сохранения лесов, национального проекта «Экология». В общей сложности он обойдется в 400 миллионов рублей. Разработку проекта намерены закончить уже в этом году. Мария Евстратова, «Местное время». В нескольких регионах вплоть до новогодних каникул школьники обучались в дистанционном формате. С января 2021 года все российские образовательные учреждения перешли на очную форму. В Ангарском округе вспышек заболевания ОРВИ или COVID-19 не зафиксировано. Школьники сели за парты, правда, с рядом ограничительных мер. Измерить температуру при входе в здание и обработать руки – алгоритм для школьников давно знаком. После новогодних каникул в 38-й школе абсолютно все учащиеся приступили к занятиям. Заболевших нет и среди педагогического состава. Строгое соблюдение правил, говорят руководители, положительно сказывается на посещаемости и, как итог, успеваемости детей.
соответствии с нашими всеми учебными планами. Мы вышли в учебный процесс. 8 утра начальная школа, с 8.30 ступенчата средняя школа. В общем-то, все были на контроле, все было подготовлено, все было начато организовано. Я думаю, что вы и сами это видите. Ничего не придумывается, ничего специально не делается, потому что это уже невозможно сделать. Это уже вошло в систему. Детские сады Ангарского округа продолжают работать в режиме дежурных групп, по крайней мере, ближайший месяц. Необходимости закрывать на карантин хоть одну из них сейчас нет. Как пояснили в управлении образования, местами в дошкольных учреждениях обеспечены более 10 тысяч детей. Прошли праздничные дни тоже благополучно, никто из деток не разболелся. Все вышли, вот на сегодняшний день у нас 155 детей, это составляет 70% от общей численности учреждения. Образовательный процесс проходит как положено. Практически все дошкольные учреждения на своих официальных сайтах размещают консультацию для родителей, а также игры и предлагаемые занятия, которые можно организовать в домашних условиях. Все это для тех крох, чьи мамы и папы пока не заняты на производстве. Как отмечают воспитатели, таких ангарчан с каждым днем становится меньше. Мария Константинова, Владимир Селиванов. Местное время. В высших учебных заведениях в самом разгаре зимняя сессия. Напомним, первую половину пандемии итоговые работы в университетах принимали строго удаленно. В этот раз форма сдачи экзамена может быть как очной, так и в режиме онлайн. Так ли существенна разница и можно ли проверить знания студента через экран монитора? Это очередь на сдачу экзамена по русскому языку. Знания родной речи проверяют в очном режиме, правда, с некоторыми ограничениями. В аудиторию студенты входят поодиночке, разумеется, при обязательном наличии средств индивидуальной защиты. При этом существенная часть потока пишет итоговую работу в режиме онлайн. Университет предоставляет студентам возможность самостоятельно выбирать форму сдачи экзамена. Если студенты по объективным причинам не могут присутствовать на в настоящее время на сессии, это, например, иногородние студенты, вахтовики или ребята, которые в данный период времени находятся на самоизоляции, университет предоставляет возможность взаимодействия с преподавателями в удаленном формате. Помимо традиционной очной формы, экзамен можно сдать через платформу видеосвязи либо с помощью электронной образовательной среды. Полученные в ВУЗе знания там проверяют в форме теста. Оба способа экзаменации студентов были опробованы еще в первую волну пандемии. Так, например, магистрант НГУ Анжелика Фам была из тех, кто защищал дипломную работу по видеосвязи, а сейчас готовится к сдаче тестовых экзаменов. По словам девушки, отвечать на вопросы преподавателей в удаленном режиме не сложнее, чем в очном. Волноваться приходится скорее за техническую составляющую. На самом деле волнение было, и было такое сомнение, что в какой-то момент прервется связь или, допустим, микрофон не слышно. То есть вот такие вот организационные моменты еще больше нагнетали, но кому-то это, кто-то считал, что это очень легко, а кому-то это казалось еще сложнее, чем в очной форме. За время пандемии учебные заведения в стране получили достаточно широкий опыт использования различных платформ, поэтому технические неполадки в большинстве удается свести к минимуму. Открытым, правда, остается вопрос о чистоте самого экзамена. Не секрет, что дистанционное обучение дает широкие возможности для тех студентов, кто не прочь подсмотреть итоговый ответ шпаргалки. Методов борьбы с попытками списать на онлайн-экзамене пока практически нет. И, как признаются преподаватели, в этих случаях полагаться приходится на добросовестность самого студента. Ирина Шавлюк, Александр Бычков, Олег Левченко. Местное время. К другим темам. Жители Бурятии бьют тревогу. Там участились случаи нападения бродячих собак на людей. Информация о подобных нарушениях появляется практически ежедневно. На этой неделе от укуса собак пострадала 18-летняя девушка. Там же искусали 11-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в реанимацию. В Ангарске аналогичный случай произошел в конце прошлого года. Пострадавшая школьница отделалась легкими травмами. Откуда берутся безнадзорные животные? И как быть, если собачьи стаи бродят у вас во дворе? Смотрите далее.
В Ангарске последний известный случай нападения собаки на человека произошел в декабре 2020 года. Безнадзорный пес набросился на 10-летнюю девочку, а недавно стаи бродячих хвостатых были замечены на территории 30-й школы. В округе контракт на отлов безнадзорных животных пока не заключен, однако в отделе экологии и лесного контроля уже принимают заявки для дальнейшего реагирования. На данный момент мы только пока принимаем заявки, формируем их. Как только будет заключен муниципальный контракт с подрядной организацией, мы будем выполнять заявки уже в плановом порядке. Но, естественно, в первую очередь у нас заявки выполняются на территории детских дошкольных учреждений, детских садов, медицинских учреждений. В дальнейшем мы уже, конечно, выезжаем на более такие... наболевшие какие-то заявки, где действительно стая собак очень большие. За прошлый год в Ангарске было отловлено чуть менее 500 бродячих собак. Животных стерилизовали и поместили в приют. Если не найдется хозяин, звери отпускают на улицу, но уже без возможности давать потомство. Такой способ борьбы с собачьими стаями практикуется в большинстве регионов страны. Умерщвление бродячих животных запрещено федеральным законом. Систему отлов, стерилизация, частичный выпуск считают наиболее гуманной и эффективной, в том числе представители зоозащитных организаций. Давайте обратимся к реальным цифрам. В 2010 году, когда мы начинали благотворительный фонд «Право на жизнь» работать над этой проблемой, бездомных животных у нас было более 2000. Сегодня эта цифра 500 голов. То есть численность уменьшена в 4 раза. Это огромный плюс в работе над безнадзорными животными. При этом иногда такая система дает сбой, в частности в Бурятии. За последнее время произошло уже 3 случая нападения. В декабре стая бродячих собак напала на 20-летнюю девушку. У нее изувечено 70% тела. Серьезные травмы получил и 11-летний школьник. Сейчас мальчик находится в реанимации, и родители собирают деньги на его лечение в Москве. Дошло до того, что среди обеспокоенных граждан звучат призывы вновь вернуться к умерщвлению распоясавшихся меньших братьев. Скажите, пожалуйста, после вчерашнего случая у нас родители отказались отправлять детей в школу, потому что они уезжают на работу рано, встречать детей некому, подвоза нет. Дети живут 2,5 километра от школы. Что делать? Как показывает опыт, большинство заявок на отлов бродячих собак в Ангарске поступают именно с территории частного сектора. Хозяева отпускают животных зимовать на дачных участках. Животные сбегают, плодятся, сбиваются в стаи и рано или поздно могут напасть. Потому, как считают специалисты, эффективным способом борьбы с этим явлением может стать стерилизация и домашних питомцев, если, конечно, хозяин не планирует торговать щенками. Александр Вычков, Владимир Селиванов. Местное время. Театры Иркутской области возобновят показ спектаклей в течение 2 недель. За это время в учреждениях сформируют репертуары, проведут репетиции и подготовят помещения для работы со зрителями, сообщается на сайте правительства при Ангаре. 13 января глава региона Игорь Кобзев внес соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности. Залы разрешено заполнять не более чем на 25%. Напомним, из-за пандемии коронавируса учреждения культуры не работали с 20 марта 2020 года. На лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» открыли 5 новых трасс для занятий спортом. Их протяженность более 16 километров. Подготовка велась с весны этого года. В дальнейшем эти трассы могут стать площадкой для крупных соревнований. Подробности у Александра Бычкова. Алена и Дмитрий Птиченко увлекаются лыжным спортом уже 3-й год. На стадион стараются выбираться как минимум раз в неделю. Вот и сегодня по своему обыкновению готовятся встать на лыжню. Супруги отмечают, что заниматься на территории комплекса стало значительно комфортнее. Под занавес новогодних каникул на лыжно-биатлонном комплексе открыли 5 новых трасс. Стадион стал намного комфортнее, чем даже по сравнению с прошлым годом. Лыжня подготовлена очень хорошо как для классики, так и для конькового хода. И спуски хорошие и позволяют тренироваться. Я думаю, что лыжникам любого уровня подготовки, как и профессионалам, так и любителям. Новые трассы лыжно-биатлонного комплекса опробовал Сергей Петров. Мэр Ангарского округа написал об этом на своей страничке в Инстаграм. При этом отметил, что оттачивать мастерство лыжного катания на территории ЛБК может любой желающий, причем бесплатно. Ширина новых трасс 10 метров. Это позволяет гонщикам идти на обгон, не мешая друг другу. Кроме того, такой параметр предусмотрен спортивными стандартами. У нас даже здесь, на этом комплексе, для любителей есть одни трассы, а вот для спортсменов, которые занимаются профессионально, здесь другие трассы. Здесь уже трассы, которые соответствуют перепадом высот, конкретная длина трассы, перепад высот, количество подъемов, количество спусков. Все это регламентируется. И поэтому это все приведено в порядок согласно требованиям.
После того, как новые трассы будут обкатаны местными спортсменами, руководство комплекса планирует пригласить экспертов из Федерации лыжных гонок России. Если спортивный объект сможет пройти сертификацию, то в дальнейшем лыжно-биатлонный комплекс могут включить в план всероссийских соревнований по этому виду спорта. А на новых трассах будут сдавать нормативы на присуждение спортивных разрядов и званий. Александр Бучков, Владимир Селиванов, «Местное время». Это все, чем запомнилась нам уходящая неделя. С вами был Даниил Недзельский. Увидимся на телеканале «Актис».